Жити без музики вона не може ні хвилини, адже на сцені почувається так само добре, як у храмі. Монсеррат Кабальє, незважаючи на поважний вік, оперна діва продовжує гастролювати і за кілька днів співатиме в Києві. Ей рукоплещут лучшие залы планеты. Монсеррат Кабалье не просто популярная оперная певица. Она исполнительница, ставшая легендой еще при жизни. Ее партнерами на сцене в разное время были самые именитые голоса современности. Лучано Паваротти, Хосе Карерас, Пласидо Доминго. Но голосистая испанка любит экспериментировать не только с коллегами по оперному цеху. Чего только стоит ее дуэт с солистом группы Queen Фредди Меркури. Песня «Барселона», написанная к открытию летней Олимпиады 1992 года, стала настоящим мировым хитом. Певица достигла всех мыслимых и немыслимых вершин в оперном искусстве. Но сама дива так не считает. Даже несмотря на возраст, Монсеррат Кабалье продолжает выступать в разных уголках планеты. Она заставила говорить о себе в 65-м. Тогда, подменяя на сцене заболевшую американскую певицу Мэрилин Хорн, молодая Кабалье и подумать не могла, что изумленная публика будет стоя аплодировать ей более получаса. Ради своей мечты стать оперной певицей она трудилась долго и упорно. И на личную жизнь в том бешеном темпе времени не хватало. Кабалье говорила, что она замужем за искусством, пока не появился он, испанский тенор Бернабе Марти. Они вместе уже более полувека. Когда-то Марти даже принес в жертву свою перспективную вокальную карьеру ради любимой. И сегодня совсем об этом не сожалеет. У пары есть двое детей. Дочь, кстати, пошла по родительским стопам, став оперной певицей. Репортеры уже многие годы задаются вопросом, неужели в семье двух талантливых людей все так гладко? Монсеррат и Бернабе уверяют, им нечем побаловать желтую прессу. Они по-прежнему, как и много лет назад, влюблены друг в друга.